Кира Костюченко, 6 лет, Валентин Берестов, «Деньги в детстве». Деньги и в детстве приятно иметь, особенно иметь, чтобы ею греметь. Пальцами раскрутишь пятачок, станет он вертеться, как волчок, спляшет на столе и на полу. А зимой прижмешь его к стеклу, к белому, совсем заиндевелому. Тут же от тепла твоей руки на стекле проступят пятаки. И сквозь круглое окошечко в стекле будет видно, что творится на земле. А выбрать колеблешься то или это, орел или решка, взлетает монета. И с помощью денег решаешь судьбу по цифре нарядной или по гербу. Синяк объявился, приложим пятак. Нет, деньги и в детстве совсем не пустяк.